Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить The Walking Dead, и, собственно, сейчас, смотрите, мы с вами пойдем за Джейн, смотреть, где она, как, чё. Ну, вот памятник, во-первых, тут мы можем видеть на нашем месте, где мы обосновались, обычный памятничек, павший, но не забытый. Да. Неплохо. Ладно, давайте, друзья, отправимся за Джейн, потому что нам говорят, типа, сходи, Клем, посмотри, где она, что, как там, чё, почём, чё происходит. Давайте спокойненько побежали за Джейн. Потому что нечего сейчас со всеми этим разговаривать, тут еще стоять. Ничего толкового они не скажут. Я еще по первому сезону вот знаю чисто для себя то, что со всеми тут стоять говорить, это вообще без дела. Они просто очевидные вещи будут говорить, типа там, да, вот стою, ой, вот сижу. Там, как дела? Ой, дела хорошо. Ну и че с ним стоять разговаривать? Мы че в игрушку играем? Так, и где у нас там Джейн-то? Проследовать будет, за ней нужно. Так, Джейн. Центр для посетителей. Давайте проследуем к нему. И что, так Клем будет идти сейчас минут целую до него? А, нет, хорошо. Так, Джейн и не показывается пока. Эй, Клементина, сюда. О, вот она тут и есть. Что-то она там, походу, нашла интересного, раз долго так не приходит. Мы уж из музея уж успели вернуться-то. Эй, музей разрушен, не так ли? Давайте, короче, мы нашли немного воды. Но, по крайней мере, хоть что-то. Так, проверь это. Ворота все еще закрыты, значит, никто не добрался первым до того, что тут заперто. Давайте, я пробовал их открыть, но они хорошо заперты. Думаешь, мы сможем сломать замок? Я должна что-нибудь придумать. Блять, может это сработать. Пилочка для ногтей. Универсальность не переоценена. Ну-ка, давай-ка. А может, проще замок он выкрутить эти? Знаешь, мне не помешал попробовать что-то более тяжелое. Скажи, если найдешь что-нибудь. Возможно, нам потребуется сломать механизм. А там шурупчики внутри. Может, выкрутить их можно? Мусорка. Ну, к мусорке, может, что там полезно порыться, посмотреть. Нашла что-нибудь? Нет, даже нет мусора. Бомжи все выгребли. Плакаты всякие. Их даже вон текстурки-переводчики переводить не стали. Так, друзья, нет, туда нам с вами идти нельзя. То есть как клемка не идет. Сейчас давайте посмотрим, что еще здесь полезненького есть. Может быть, пушку можно как взаимодействовать. Смотрите, там пушка как надавить. Ну-ка, давай-ка осмотрим. Были еще пушки в музее, Макс сказал, что они для показа. Их наполняют цементом для безопасности. Оу. Ну вот, видишь. Мы стали немножко умнее, друзья. Теперь знаем, что цементом наполняют для безопасности. Телескоп. Сейчас посмотрим, что может полезного. Там издали увидим. Не, кажется, он сломан. Ну ладно, сломан так сломан. Что с ним? Что с него взять? Я помню, в первом сезоне нужно было тоже с телескопа смотреть, когда Зали играли. Так. Оу, дерьмо. Че, ты в порядке? Ну, да, думаю, у меня почти получилось. Смотри в оба. Может, ты тогда сама сможешь, если у тебя почти получилось пилочкой для ногтей открыть. Ну-ка, тут, наверное, уже есть. Да, а тут все работает. Там какие-то здания за рекой. Кажется, я вижу церковь. Ближайшая переправа в нескольких милях отсюда, Ребекка не пойдет. А, столько, не в ее состоянии. Джейн, кто-то идет к нам. Да, Ребекка столько не пройдет. Ну-ка, что там? Черт, 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 он идет сюда. Так, зачем он идет сюда? Без понятия. Но нам нужно будет не надо терять его из виду, надо посмотреть, что он замышляет. Мне не нравится, какой-то незнакомец шляется здесь. Давай, короче, нельзя попадать ему на глаза, пока он не ушел. Хорошая мысль. Дерьмо, прячься сейчас же. Да и он какой-то очкарик просто идет. Нужно с ним просто в открытую вылезти и еще по морде ему стучать. У нас пистолет есть, в конце концов. У него нога раненая. Чертильник. Ну-ка, давайте поговорить, попробуем. Эй. Ой, молодец. Так, я просто хочу с тобой поговорить, успокойся.
Релаксуйся, чувак, Гарри Поттер, эй. Давайте. Кто ты? Ну. Видно. Я Арво. Я ухожу, я не хочу стрелять. Давайте, особенно в маленькую девочку. Я не хочу там ни стрелять, ничего, ни проблем. Ты не должен ни в кого стрелять, просто положи оружие. Ну. Так, все. Так, назад. Гарри Поттер словили, положи сумку. Так. Клим, убедись, что другого оружия у него нет. Ну-ка, давай, Карвошка. В сумке, поди, там порнуха одна наложена. Или, может, еще полезного там. Ух ты, ну-ка там чё? О, ничего больше же нет, у меня... Так, мы просто должны убедиться. Слушайте, у него одни медикаменты. Так, что еще? Воу. Тут неплохой набор с медикаментами. Но, нет, берите все, что хотите, только не трогайте эти лекарства. Они для моей сестры. Давайте, от боли она плачет, она привлекает эти штуки. Только ты и твоя сестра? Нет, у меня много друзей. На Фейсбуке, в лесу. Сестра или нет, но нам бы пригодились эти медикаменты. Не, вы плохие люди. Вы оставили меня без защиты, и сейчас забираете лекарства моей сестры. Вы, эй, наши друзья страдают, нам нужны лекарства. Люк все еще ранен, после Карвера Кенни тоже, Ребекка страдает. Смотри на все это, нам нужны эти вещи, Клементина. Мои друзья страдают не меньше ваших, вы не особенные. Клементина, ты должна поверить мне. Давайте, короче, мы не верим этим сказкам. Ты не берешь их? Я не хочу никого грабить, пусть просто уходят. Спасибо, Клементина, спасибо. Нечего сумку, друзья, забирать, это правда. Чувак явно такой, это... обсосанный. Ух ты. Ну-ка. Давай, ты, типа, не должна делать это. Эй, что ты делаешь? Ну же. Ты никогда не вернешься сюда. Меня не волнует, есть у тебя больная сестра. Увижу тебя еще раз. Так просто ты отсюда не уйдешь. Давай, уходи. Сумку свою бери. Обсосную. Все. Тоже мне еще. А куда он шел-то вообще, кстати? Нахрена он сюда перся? Не могу поверить, что взялась за все это. Так, я думаю, просто поговорим с ним. Я должна была убедиться, что он еще не вернется сюда снова. Ну, наверное, уж не вернется. Или наоборот, знаете, там мексиканский главарь мафии здесь местный. Иди к остальным, я собираюсь открыть дверь, и затем нам нужно будет перебраться сюда как можно быстрее с ребенком. Да, наверное, надо было револьвер подобрать еще. Может, сейчас он вернется и наоборот такой, типа, с револьверчик подберет незаметно, ее пристрелит. Так. Служба национальных парков США. А как же Люк его упустил? Мимо Люка, он спокойненько, беспалевно прошел. Ой, Клем, эй. Как дела со смотровой площадкой? Я просто проверял там, как Ребекка Кенни, они сказали, что уже давно о тебе не слышали. Давайте, короче, не думай, что этого достаточно, но Джейн выглядит довольно находчивой. Мы с Джейн пытались проникнуть в сувенирный магазин, вдруг появился незнакомец. А что? Черт, только этого нам не хватало. Джейн забрала его оружие и напугала. Ну что ж, я рад, что ты в порядке. Я только не пойму, Люк, вот это усы или просто лицо измазано. Джейн сейчас там? Да. Она пыталась попасть в сувенирный магазин. Знаешь, я не могу понять ее. Я имею в виду, она всегда говорит на чистоту, но в то же время... Но она мне нравится, она честная и знает, что делает. Да, я с этим согласен. Джейн выглядит как человек, прошедший через многое, понимаешь? Но когда я смотрю на Кенни, он просто выглядит сломленным, а сломленные люди безрассудны. Так, слушай, я думаю, он хороший парень, но, по крайней мере, он был таким раньше. Ты не прав, Кенни сильнее многих, он пытается защитить нас. Я знаю, Клем. Раньше я думал, что просто все эти ужасы до тебя еще не добрались.
Но ты смотрел, как твой друг убивает Карвера и не просто убивает. А Клем, ты ведь даже там не успел прочитать, друзья. Карвер заслужил это то, что с ним произошло. Ну, серьезно. Он был ублюдком, это точно. Я лишь надеюсь, что мы не станем такими, как он. Да. Ну что, я должна рассказать остальным о смотровой площадке. Ой, друзья, кошка на эскейп нажал, рядом валяется. На столе. Так, я должна рассказать... Да, хорошо, короче, увидимся там. Так, друзья, надо рассказать о смотровой площадке, не поспоришь. Ну что ж. Интересно, Джейн, там открой, что внутри-то вообще будет в этой штуке? Так, и сейф у нас прошел. Ой, все, это походу рожать окончательно уже начинает. Да черт, дерьмо, господи. Дыши, как я тебе сказал. Ой, ходящий пруд теперь, друзья. Как раз крики, крики их привлекают. О, нет, черт, Клем. Клем. Так, все, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ходячий, да хренич, как они добрались так близко, никто не заметил. Где, мать его, Люк? Кенни, мы должны что-то сделать. Чувак, пора. Вы просто продолжаете сохранять ребенка в безопасности. Кенни? Мы не можем оставаться здесь. Музей, это единственный выход. Нет, Джейн, я нашли место. Я покажу. Отлично, кто-нибудь помогите мне встать. Так. О боже, их слишком... Майк, возьми Сару. Конечно. Воду потом заберем, чей входящий воду... Ходящей воду не будут хватать пить. Все, давай. Так, Кенни, смотрите, он какой злой. На тебя, сука. Так. О, господи. Клем, я не думаю, что он в порядке. Давайте. Давайте, он делает то, чтобы защитить нас. Конечно, но... Ну-ка, давайте. Кенни, бей других хотя бы, что ли, еще. Че этого только бьешь? У него тем более челюсти ниже не было, он укусить бы не смог. Черт возьми. Так, где там Кеннич? Так, отлично. Все, двинули. Ой, это уж совсем плохо. Слушайте, друзья, мне, по-моему, вон того ходящего мы уже убивали несколько раз. То есть, мне кажется, ходящие модельки повторяются уже. Так, как раз. Пора отступать. Знаете, может пушкой заставить проход потом. Так, я чувствую себя человеком, как и раньше, и почти забыл... О, Клементина. Клем... Люк? Это просто случилось, я не был... Что происходит? Так, сюда устроим тебя поудобнее. Короче, они переспали, друзья. Какой хер вы оба здесь делаете? Кенни, что происходит? У нас тут херва туча ходячая, за которым ты должен был присматривать. Эй, подождите. Просто скажи мне, что происходит. Давайте, короче, что происходит здесь? Ребекка рожает. Сейчас? О, блин, простите. Дерьмо, дверь прямо здесь. Вот. Так, они лезут по лестнице. Здесь мы должны... Хочешь помочь, убирайся, держи ходячую подальше от нас. Я сделаю все, у меня бывало такое уже раньше. Давайте, короче. Я пойду снаружи, помогу. Оттесните их. Иди, я справлюсь. Так, они приближаются. Видали, какая... Так, вот нам нельзя подняться сюда. Какая херня, Люк пошел с этой трахаться, из-за этого... Из-за этого ходячих пропустили. Так. Слушайте, а патроны-то... Блин, их мачете можно без проблем рассувать. Ох, как... Орёт-то. Знаете, скоро уже просто должен быть огромный... Так, дерьмо. Продолжай стрелять, они сюда не пройдут. Должен просто огромный засов исходящий создаться, они просто уже не смогут потом пролезать сюда. Так, найди чем заблокировать дверь, помоги нам. Так, можем заблокировать ворота этим. Давай, я помогу, уже иду. Так, это все еще тужится. Так, давайте пушку катим быстрее. Вместе, готово? Обратите внимание, друзья, еще пока никто не умер. Черт. Ох, нихрена. Так, что за херня там творится? Вашу мать. Назад.
Черт, Сара упала. Сара, держись. Черт, быстрее, я не продержусь. А, помогите мне. Давайте. Давай же. Возьми руку. Ой, черт. Друзья. Давайте быстрее, 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 быстрее. Затягиваем, затягиваем. Теперь Сару быстрее спасать. Так, мы ничего не смогли сделать. Давайте. Я знаю. Я не хочу, чтобы это был... Все, это уже рожает. Короче, тушься. О, дерьмо. Они лезут наверх. Что? Они заберутся сюда. Черт. Какого хера вообще все... Когда это закончится? Давайте, обрушьте насел. Она права, обрушьте всю площадку. Обрушить? Да вы серьезно? Как мы сделаем это? Я не знаю, смотритесь. Слушайте, быстрее, давайте. Хер, не сработает, слишком толстая. Вот, может, по крепежу шмальнуть. Черт. Смотри. Это сработает, разломаем крепление, вся площадка падет. Подними меня. Так. Ну-ка, давайте-ка. О, почти. Рубим, рубим, рубим. Я делаю как быстро, как могу. Чуваки, сейчас. Берегись. Все. Ну, все. Неплохо. Жалко, только Сару потеряли. А может, она жива еще? Мало ли что. Так. О, нет. Что случилось? О, ребеночек живой или мертвый, интересно? Ну? Или все? Давайте, что случилось, Кенни? А, все, отошел, хорошо. Ну, все, друзья. Живой ребеночек. Правда, он плакать будет, постоянно ходячих привлекать, ну ладно. Протянем. Видите, типа тут нормально все, хорошо обошлось. Так, центр для посетителей. Видите, блин, и воду не принесли, да еще и Сара погибла. Ну-ка. Ну, видите, она сейчас теперь заботится о ребеночке, будет маленьком. Пуповин хоть, интересно, перерезали. Привет, Клементина. Привет, как у него дела? Он прекрасен. Дайте скажу, он похож на Элвина. Ты так думаешь? Ну точно. Спасибо. Правда, пока еще... Элвин, да, таким же был. 30 сантиметров в длину и все. А, так, мне посогреться. Так, почему тебе не дать ей пальто, что мы нашли? На, согревайся. Извини, ну знаешь, за цвет. Ты действительно думаешь, что меня это заботит? Ты хочешь его подержать? Давай. Конечно, ты часть семьи, держи. Ну, блядь, главное не уронить, чуваки. Ну, видите, хорошо, будем заботиться теперь. Давайте, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, тихо, спокойненько. Вот так. Тебе идет. Посмотри на себя, прям как старшая сестра. Слушай, что-то это кашляет зря. Так, дай мне его подержать. Вы обе должны отдохнуть, особенно ты. Так, когда ты последний раз спал, Кенни? Где-то 2 года назад. Я в порядке. Кто-то должен приглядывать за тобой, пока мамочка наслаждается сном. Ты никогда не забудешь этот запах. Ну и все, пускай спит. Ну, та теперь тоже сейчас Джейн не имется, ей ходит. Все? Нормально все? Все спят. Ты так и замок, наверное, не открыла, да? Или открыла? Oh, вот дерьмо. Что ты делаешь? Listen, слушай, извини, мне нужно идти. Ну-ка, давай идти. Это куда это? Ну, далеко, okay. Ясно. Okay. Ты чё, ты куда намылься, знаешь? Джейми, Сара.
Я не собираюсь оставаться и... И смотреть, как это то же самое произойдет и с тобой. Давайте-ка, я не такая, как они. Нет. Но любая удача со временем кончается. Да ладно, еще пятый эпизод будет, че ты? Там, то есть в этом-то эпизоде точно не вру. Короче, когда все идет наперекосяк, и это случается всегда, помни, что ты, может, выживешь только в одиночку. Это никого не устроит, если все пойдет наперекосяк, не дай им утянуть и себя. И ты им ничего не должна. Будто вы одна большая семья. Ну-ка, давайте спросим, а могу ли я с тобой пойти? Нет, тебе нельзя, все делается не так. Ну а как? Ну, береги себя. Это я имел в виду. Бери. О, пилочка для ногтей-то. Давайте возьмем. Спасибо. Да. Мне нужно идти. Слушайте, а что она уходит? Она полезный человек, она может помочь, все спокойно будем выживать, нормально все будет. А это и Сара погибла, и это еще уходит. Тоже в одиночку свалила. С Люком, главное, потрахалась такая втихаря, и... Ну, ладно, я пойду. Ну? Эй, думал, что ты уже спишь, ты в порядке? Давайте. Да, я в порядке. Хорошо, отлично. Адская ночь, впрочем. Холодает, туда скончается еда. Думаю, нам надо остаться здесь ненадолго. Ну, и Ребекке, и ребенку. Так что, как святая Джейн и я сходим, поищем что-нибудь полезное. А Джейн-то ушла, парняга. Не сходишь ты никуда с Джейн? Что? Или ты еще перепихнуться захотел? Джейн ушла навсегда. Что? Когда? Только что. Ты серьезно? А просто уж я ничего об этом не сказала? Какого хера? Видишь, там поматросили и бросили тебя. Черт. Все, такие дела, Люк Скайуокер. На другой планете с ней пересечетесь. Эй, завались. Прости, просто Джейн ушла. Серьезно, Люк? Детская ерунда. Детская, черт возьми, ты знаешь, что просто отстань. Нет, ты поставил нашей жизни, жизни этого ребенка под угрозу, чтобы мы смогли там перепихнуться парочка подростков. Слушай, я совершил ошибку, ясно? Вы оба ведете себя как придурки. Вы только делаете, что ругаетесь. Слушай, мне очень жаль, ладно, я облажался. Но знаешь что, Джейн, она предложила, господи, я нуждался в этом, ясно? Я хочу сказать, посмотри вокруг, ладно, это полный отстой, так что прости же меня за желание насладиться одним мгновением чего-то другого. Хорошо, но этот ребенок только сейчас имеет значение, понял? Так что соберись. И хватит орать. Кенни, где мой ребенок? Все в порядке? Все просто замечательно. Нам нужно найти хорошее место, чтобы воспитать его, а затем... И это точно не здесь. Мы направимся на север, доберемся до Веллингтона, это лучший вариант. Там есть город через реку, там может быть безопасно. Или хотя бы там должно... А, там можно будет передохнуть. Кенни... Извини. Че, она поспала хотя бы чуть-чуть? Клем права. Может быть, там целый город, полный припасов и недалеко отсюда. В любом случае, нам немного, намного лучше, чем здесь. Похоже, это наш лучший выбор. Нужно отправить путь как можно раньше. Уходим на рассвете. Оу, чем ты говоришь? Ребекке надо отдохнуть хотя бы несколько дней. Снег уже пошел. Люк прав, ей нужно отдохнуть. Нам нужно остаться на пару дней. Правда, она ведь может не перейти. Может, это и к лучшему. Мы не хотим сильно давить на Ребекку. Просто дай мне день или два, Кенни, я буду в порядке. Это ошибка. Слушай, нам всем нужно попытаться поспать. Это был долгий день. И снег начинает идти, смотрите. Ну чё? Кто кашлять-то начал? Извини. Ок, Ребекка, все будет хорошо. Слушай, она прям кашляет невозможно. А что, она пальто-то не укрылась, ей пальто дали. Эх, друзья. Все, снег прям все уже начинает покрывать. Холодает.
Так, это, я так полагаю, пару дней прошло. Ребеночка закутали, Ребек сама вроде как раз и в пальто... Нет, не в пальто идет, вы посмотрите, пальто же ей дали, укрыться. Всем холодно. Правильно, холодает. Что-то просто резко как-то похолодал, но окей. Ну же, что там будет дальше? Ой, это вообще прям... А, нет, все-таки идет в пальто, друзья, это в порядке. Она измотана, мы все измотаны. Я могу продолжать путь. Все, чуть-чуть осталось дойти. Все, сейчас дойдем, и там, представьте, в городе тоже какие-то там бандиты или еще что-то. Нам следовало сразу уйти, вместо того, чтобы ждать. Мы могли найти куда больше мест, достичь какого-нибудь теплого местечка несколько дней назад. Мы правильно поступили, она была не в состоянии двигаться. Теперь ей хуже. Мы все еще можем вернуться, это не вариант. Держись там все, нужно продолжать движение, если хотим добраться до того города до наступления темноты. Ты даже не слушаешь других, просто раздаешь всем приказы. Давайте, просто там, типа, спорить ты никому не помогаешь. Но не забывай, что ты согласилась не покидать лагерь до сегодняшнего дня. Ну да, пару дней прошло, видите, похолодало. О, ребенок, слушай, сюда, здесь можно присесть. А мы вообще чё, чем питаемся, я не пойму. Ребекка, дай я подержу ребенка. С ним все в порядке, я держу его. Не, отдохни минутку, я присмотрю за ним. Отвали, Кенни, она сказала, что не хочет дать тебе ребенка. Не дури, ладно? Ой, это все лезет теперь. Давайте, Кенни, он знает, что делает. Он уже был отцом. Меня это не беспокоит. Эй, привет. Это этот, что это? Это тот очкастый. А мы-то ему сумку-то дали с собой. Меня слышно? Он по-русски говорит. Арво? Арво? Джей и Джейн встретили его в смотровой площадке. Пока остальные не пришли. Это тот парень? Ты знаешь этого сукин сына? Что ему надо? Кстати, у него больная сестра. Возможно, они в беде. Верно. Что он крикнул, меня слышно, он по-русски говорит. Это русский. Арво. У нас нет никого друзей, нет Арво. У вас есть кого-нибудь знакомых, которых Арво зовут? Так. Привет, тебя зовут Клементина, да? Yes. Hi, Arvo. Привет, Арво. Это твои друзья? Я надеюсь, что вы мне поможете сейчас, не так, как в прошлый раз. Вы все можете помочь. Давайте спросим, что тебе нужно? Как мы можем помочь? Мне нужны вещи для бинты, мне нужны бинты. А ты ранен? Нет. Друзья, русские. О, черт. Так. Это они? Да, это они. Скажи им, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я? Также доставайте свою картошку, матрешек и миш... Давайте, нам не нужны проблемы. Я рассказал им, ты одна из тех, кто ограбил меня. Они считают забавно, что ты всего лишь маленькая девочка. Ограбил? Я не хотел, чтобы ты и твои друзья отпустили пушки, чтобы они смогли забрать ваши вещи. Давайте, короче. Нет, вы ничего от нас не получите. Они не говорили мне спрашивать. Чего ты ждешь, Иван? Выхватывай оружие. Я бы хотел, чтобы мы встретились при других условиях. Ты очень добра. Это необычный случай. Ну-ка. Давай все может быть просто. Пошел ты нахер. Так. Все опусти. Так, пожалуйста, скажи им, чтобы они стреляли. Я... Арва, что происходит здесь? Что происходит здесь? Ну, Арва, что она говорит? Вот, блин, русский, не вариант. Я не позволю им тронуть ребенка. У вас ребенок? У них грудничковый ребенок. Понял, у нас ребенок маленький. Ты. Татуированный. Если ты знаешь, что хорошо для тебя. Так, то что, отвали отсюда. Брось сейчас жилье. Так, пожалуйста, нет. Даже не пытайся, ублюдки, я верю, что стреляю лучше, чем ты. Так, я завалю с собой. Даже так не моргнете.
чуваки, сейчас, походу, что-то произойдет. Так, все останься, не обязательно должны... Черт, Кенни, не надо, не убивай, послушай, ты же здесь глупо, просто... Подумай. Ой, черт. Друзья. Стреляйте, Ребекко. Все. Черт. Ой, друзья, началось. Вот это, друзья, и закончился эпизодик. Не кисло. Видите, Ребекка стала зомби. Нифига себе. Офигеть, 58% игроков выстрелили в Ребекку. Ну, просто, вы прикиньте, просто... Друзья, очень интересно закончился 4-й эпизод. Просто, правда, с нетерпением жду посмотреть, что будет в дальнейшем. То есть, как бы, 5-й эпизод наверняка будет как раз, во-первых, финальным. И наверняка очень интересным, потому что... Подумайте сами, закончился неожиданно, и вообще к чему все идет, непонятно. Что ж, Клементину жалко, правда. Ну что ж, друзья, в принципе, мне понравился 4-й эпизод «Ходящих». Очень такой насыщенный, классный, поэтому я с вами прощаюсь. До новых встреч, с вами был Эстер, подписывайтесь на канал Игромании. Вот так вот завершился 4-й эпизод «Ходящих». Пока.